Иван Миронов, Макдональдс. Сегодня сэндвич дня — Макс Бургер. Макс Донарс, тот же Макдональдс, но по-новому. В зале творился ажиотаж. То, что раньше супервайзер Аймурат считал полной загруженностью, теперь казалось мертвым сезоном. Они открыли второй зал. Они убрали индивидуальные столики и оставили только длинные общие столы. Они довели среднее время выдачи блюда до 3 минут. Они сократили курсы подготовки работников до 1 дня. Они ликвидировали Маккафе и сделали скидки в Макавто. Но в утренние часы творился полнейший бедлам. С самого утра кафе забивалось под завязку. Все хотели успеть получить свой сэндвич дня до того, как ежедневные новинки закончатся. Днем активность спадала до обычной, и можно было немного передохнуть. К 10 все успокоилось. Максбургеры закончились. Аймурат выдохнул. «Свободная касса!» — лениво протянул узбек Эльбек. Из новеньких — лентяй, любящий получать зарплату, но не любящий работать. Как будто он пришел не на работу, а на пляж в турецком отеле. Вспомнив про турецкий отель, Аймурат улыбнулся. Сегодня был его последний день перед отпуском. Оставалось только дожить до конца дня, провести общее собрание и поехать домой. А завтра внучка, самолет, отель, бесплатная выпивка и никаких тебе рабочих стрессов. Впрочем, успешно заняв место супервайзера, стрессы его беспокоили в разы меньше. Тяжелая работа у низшего звена. Когда смена закончилась, управляющий Сергей Павлович объявил о начале ежедневного собрания. Работники нехотя потянулись из зала, кухни и подсобных помещений в заднюю комнату, примыкающую к кухне. Аймурат запер входные двери. Убедился, что все его подчиненные вышли, и прошел в конференц-зал. Управляющий, улыбчивый толстяк, больше похожий на клиента их кафе, чем на руководителя, вежливо попросил тишины. Взволнованный ропот тут же стих, и наступило давящее молчание. Аймурат и еще пара супервайзеров оглядывали своих подопечных. Двое сотрудников службы безопасности стояли за Сергеем Павловичем с непроницаемыми лицами. «Ну что ж», — весело проговорил управляющий, — «не будем растягивать удовольствие и объявим сотрудника сегодняшнего дня. Им стал...» Сергей Павлович покопался в бумагах. «Гаджиев Эльбек!» Лентяй Эльбек затравленно заозирался. Вскочил, собирался выбежать, но его же коллеги по работе вытолкали его на середину комнаты. Сотрудники СБ, заломав руки, повалили Гаджиева на пол. «Магомед!» — обратился управляющий к одному из супервайзеров. «Подготовьте разделочный стол!» Магомед тут же махнул рукой своим работникам. И те засуетились, облегченно смеясь. «Рамис!» — позвал Сергей Павлович второго супервайзера. «Твои сегодня на разделке!» Рамис угодливо кивнул. Его подчиненные принялись доставать ножи и доски. Сам Рамис выхватил из кармана раскладной нож с эмблемой «Макдональдс» и двинулся к скрученному Эльбеку. Узбек, мыча в закрывшую его рот тряпку, яростно забился на полу. Рамис коротким отработанным ударом полоснул Эльбека по горлу. Тут же подскочил молодой парнишка с ведром. СБшники держали агонизирующее тело, а сотрудник, орудуя ведром, старался не проронить на пол ни капли завтрашнего фирменного соуса. Управляющий закатил глаза к потолку и принялся бормотать молитву.
Остальные стояли, не шевелясь и не произнося ни звука. Слышно было только нежное бормотание толстяка, мягкое шуршание кет-эльбека по полу и густой звук капающей крови. «Аймурат!» — позвал управляющий, закончив молитву. Аймурат весь обратился вслух. «Твои сегодня свободны, а с тебя название для сэндвича дня!» Это было легко. Аймурат заранее заготовил название, сверяя со списком своих подопечных, полученным в HR департаменте. «Эльбургер. Стилизуем под латинскую L». Управляющий кивнул. «Отлично, передам дизайнерам». Аймурат довольно улыбнулся. Кто-то из сотрудников открыл еще горячий гриль, а ему показалось, что это жаркое солнце Турции погладило его своими ласковыми лучами. Сбежать он не надеялся. Жрецы находили всех и всегда. Но две недели отдыха — это две недели отдыха, как ни крути. «Еще одно!» — проговорил Сергей Павлович. «Всевышний маг говорил со мной вчера. Нам необходимо теперь раз в месяц проводить отбор супервайзера месяца!» Работники обернулись. В глазах вместо страха теперь плескалась бурным жажда крови. И лишь три пары глаз округлились от ужаса. Сотрудники службы безопасности приготовились. Аймурат почувствовал, как подкашиваются ноги. «Им стал?» — начал управляющий, доставая очередную бумажку. «Сегодня сэндвич дня — Эльбургер. И только сегодня эксклюзивный айролл Макдональдс. Тот же Макдональдс, но по-новому!» Конец рассказа.